Окей. За дефолтного играть и лысого возьмем, он нормас будет пати. Мада. Ну, допустим, ладно, поехали. Выглядит просто. Ну чё, чуваки, рассказывайте. Слово говоря, да, сюжет игры я так и не понял. Вообще. Здорово, Вилизый гоблин. Напоминает, знаете что? Пейзажами, по крайней мере, своим. Помните ту игру, где ходишь по лесу за охотника и отстреливаешь гомосеков, которые из кустов на тебя вылезают? А если на тебя ловят, то все очень плохо становится. Да ядрить. Чего? Здорово, кружку пива перед ником. Флешка с гомосеками, да, надо, да, та самая. Ну, блин, с компом мне интересно, он что-то больно много на себя берет. Хотя, в чем скорость, я же сказал, в пейзажах. Так, и чё? Окей. Mad Rivers. Да, Ванус вашего ливида. Вы мне лучше про сюжет расскажите, что по сюжету. А то я вникал, так и не понял.
построили машину времени с ИИ, а он поехал и начал монстров из прошлого слать. И все, что ли? Ну, ну читерский комп, ну вообще так неинтересно. Зачем так сделали? Да ну внезапно, на Амиге ты в 90-е проходил, серьезно, да? Угу, cool story. Пруф-то есть у тебя на Амигу-то? М? Или ты Лев Толстой на словах только? Можно мне хп-то восполнить? Где восполнялки хп-то все? Алло, игра. Ну, все понятно, короче, с вашим внезапно. Да, Роджеферс. Мысли Клиган, это Амига, на ней все игры такие. Ну, которые под нее нормально делались, а не как вот там. King's Quest, например. Ой, мне, кстати, хп-то восполнили, а что-то не заметил даже когда. Ничего не знаю внезапно, как ты будешь пруфать, вот не знаю. На словах-то все мы львы толстые. А на деле не львы, не львы толстые. Здорово, печенюха. Так, ну тащим, я думаю, народу уже достаточно собралось. Короче, у меня вопрос к экспертным экспертам. Моим любимым. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь товарищи, которые... Которые... Шарят в линейке Call of Duty. Меня интересуют именно сюжетки. Мне насрать на мультиплеер абсолютно. Что я сейчас перед стримом что-то, короче, посмотрел. Мне кто-то там давно, короче, я даже уже не помню, к чему скидывал с Ютаба ролик, короче, про этот. Начало там первой миссии от Call of Duty Ghosts. Вот, я вот как раз вот сейчас перед стримом запалил, и что-то, ну... Нормас, вообще нормас, короче. Вообще прям нормас. И я бы поиграл, на самом деле, сюжеточки. Ну, не на стрим, конечно, для себя, естественно. Потому что ну, на стрим такое-то скучновато будет. Вот. И тащим-то у меня вопрос. Этих Call of Duty там же как... Собак нерезанных.
Ну, это я знаю, Таус, это я знаю. Здорово, петушка. Вот, собственно, вопрос. То есть, насколько они взаимосвязаны, начиная, допустим, от первой. То есть, если там связь между ними сюжетная, да? От первой и далее. Если нет, то вообще, если там какие-то между собой части, которые хоть как-то связаны. Если нет, то какие вообще из тех, что есть, рекомендованы к прохождению. Такой вот тройной вопрос. Ghost не связана сама по себе из тех, что я играл. Блин, да ядрить, ну пощадите, алло. Слишком много пишете. Синг там довольно унылый, ну... Клиган, ты, видимо, не понимаешь, да? Я говорю, я посмотрел, и такие игры я люблю. Мне все равно, что можно бросить мышь, и враги будут сами взрываться. Что ты за аутист-то такой? Здорово, Спайс Меланжи. Первый, второй Modern Warfare хороший, остальное все так себе. Да насрать мне на клюкву! МВ1 и The Black Ops 2 смело играть можешь, там интересные сюжетки, взаимосвязь есть в сюжетках, ток-серия. На First Series Black Ops две разные сюжетные линии, поиграй. Первое. Что за УО? Второй посвящен Второй мировой, четвертый современный, а дальше без связи. Для связи только с играми, у которых общее название, разве... Вот, вот тут Грут что-то полезное, наконец, сказал из всех вас. Лишь одной серии, например, Black Ops или МВ. Ну вот поздно уже, поздно бамбукин, Грут тебя опередил. У меня столько Black Ops и Modern Warfare. Окей, окей. Warfare связаны... В смысле, Капитошка? Чё ты меня-то спра... Ой, ты аутист. Здорово, Грим Фанданго. Хорошо, спасибо, я тоже мат, за твое мнение. Здорово, Виски Рок. Отлично дела. О, все, спасибо, чуваки, ладно. Ладно, допустим. Так, а вот слева-то ништяки остались, как их взять? Где-то вот... Вот тут вот. Хочу эти ништяки. Echo of the War! Ну это хорошо, это хорошее начало стрима. С новых-то людей, которое начинается. Добро пожаловать в мое воронье царство, Echo of the War. Только тебя одного и ждали, красавчик, что пришел. Ну, вот, надеюсь, не пропадешь и прослужишь нам верой и правдой.